Всем привет зрителям нашего канала. Сегодня у нас на ремонте замена дисплея Note 6. Какой он там, очередная бюджетка Note 6 Pro. Вот, крышку я уже снял. Вот она у меня здесь осталась зацеплена на шлейфе отпечатка пальцев. Дисплей подключил для проверки. Обычный дисплейный модуль, не оригинальный, неплохого качества, как я смотрю. Вот что тут еще можно. Вот клиент нам оставил код. Тут у нас клубок змей какой-то. Так, не получилось. Не, что-то не так. Не получается ввести код. Этого, думаю, будет достаточно для проверки. Отключаем смартфон. Дисплейный модуль, все заклеенное. К моему удивлению, тут даже стояла верхняя защита динамика уже на новом дисплейном модуле, и даже проклеенные отверстия для камер были, защитные прокладки стоят уже. Это радует. Разбитое стекло основной камеры, клиент не захотел менять. Включаю сепаратор. Включаем батарею. Так, попробую снять ее без нагрева телефона, если получится. Упс. Неудача. Попробуем зацепить.
Так, и с этой стороны. Так, тут у меня появилась идея снять дисплей без нагрева. Сейчас попробуем. Как бы он сильно не потрескался, только здесь внизу. Поэтому можно попробовать без нагрева. Как видите, идет нормально. Вообще не нагревали, как видите, поддели, и дисплей нормально снимается. Ну, о чем я говорил, все уже стоит здесь, все то же самое, что и на оригинале. Кстати, очень похож дисплейный монитор на оригинальный. Может быть, он и есть оригинальный, кто его знает. Неплохое качество. Термонаклейка. Каптоновым скотчем все проклеено, как на оригинале. Лазерная печать. Все одинаковое. Что, может быть, это и оригинал. Если нет, то качество очень хорошее. Итак, снимаем. Остатки скотча.
Все отлично садится. Наносим бассейн 1000. Выравниваем батарею. Застегиваем дисплей. Батарея. Ставим обратно заглушки. Шлейф отпечатка. Вот и все. Экспресс-замена. Дисплейного модуля на очередную бюджетку от Redmi.
Ну и все, как обычно, ставим на зажимы. Ждем высыхания клея. В данном случае B7000. Около часа. Потом снимаем зажимы, удаляем те капли клея, которые высохли, аккуратно скальпелем. И можно отдавать клиенту. Цена такого дисплея порядка 18 евро у нас. Ну и замена. Я беру обычно 45 за все. Удачи в работе, друзья. Подписывайтесь на канал. Всем удачи. До новых встреч.